Итак, дорогие друзья, всем привет. В общем, вы на канале Уральский массив, меня зовут Александр. Что значит, изготовил я вот такую лестницу, также в другой регион на заказ. Вот. Лестница получилась, ну, такая удобная, замечательная. Вот. Все, вот поднимаемся, видите, без проблем. Вот так вот. Так, в общем, что мы сделали? Сейчас расскажу параметры ее. В общем, параметры ионные. Высота от пола первого этажа до пола верха второго этажа у нас была 2885 мм. Вот. То есть ниже, последнюю ступень мы сделали ниже пола второго этажа. Вот. Так, длина, вот так вот, длина проема вот этого. Вот так вот. У нас составляла 2720 мм. Вот. Мы сделали ее на 2700, потому что 20, и на 20 мы сделали вот такую вот, клеится там, вот видите, щит перекрытия. Вот там будет. Ширина вот так вот, ширина вот этого вот всего двух маршей, 1600. Вот. Сделал я, значит, вот так вот, смотрите. Вот. Видите, разделил пополам ее, пополам, и сделал два столбика. То есть вот тут столбик, ну, два центральных столбика, здесь столбик центральный и здесь столбик центральный. Вот. Ну, чтобы косоур не заходил на косоур. Вот, понимаете, да? Ну, понятно, кто видел, то мы эти лестницы, как я делал. Вот. То есть, чтобы здесь потом ограждение они будут ставить, вот здесь без проблем поставили, чтобы потом, и там наверху, чтобы все без проблем поставили. Ширина марши 800, да, как я говорил. Высота ступени, высота шага получилась 170 миллиметров, да, ровно 170 миллиметров, вот так вот. То есть у нас получилось 16 ступеней, внизу 5, 4 поворотных и 7 прямых. Еще. Вот, получилось у нас 16 ступеней и 18 подъемов, то есть. Вот такая вот лестница. Все, ступени у нас получились из березы, а основание, каркас, из сосны мы сделали. Вот. Ну, береза, она более плотная. Промазал рукой. Вот. Береза, то есть, у нас более плотная. И поэтому мы вот, ну, с заказчиком согласовали, сделали березу. Все, она покрасится, потом будет все замечательно. Сейчас я буду ее разбирать, шлифовать, упаковывать. И повезу на отправку в другой регион, ну, в транспортную компанию для отправки. Вот такая вот лестница. Лестница на 180 градусов, с четырьмя забежными ступенями. Вот с такими, видите. Все, дорогие друзья, сейчас мы с вами по ней поднимемся. Я покажу, как по ней. Вот так вот замечательно по ней поднимаемся. Вот. Все, видите. Все, без всяких напрягов, все, на расслабоне, на чиле. Вот так вот. Ну все. Да, еще чуть не забыл сказать, что глубина ступени получилась у нас 300 миллиметров. Вот, то есть вот так вот 300. Но при спуске 270. Ну, как бы это достаточно удобная лестница. Вот. Так что все, кому нужны лестницы, пишите в личных сообщениях. Все ссылки под видео есть на соцсети. Там ВКонтакте, Яндекс.Дзен, там Рутуб. В общем, переходите на любую соцсеть там и пишите мне в личных сообщениях. Сделаем лестницу вам, отправим в любой регион транспортной компанией. И будете ходить по ней, радоваться. Ну все, кому понравилось видео, лайк, подписка, поделитесь с друзьями. Ну и напишите комментарий. Все, всем пока, до нового видео.